В этом году детская поликлиника на проспекте Авиастроителей в Новом Городе преобразилась и стала намного современнее. Регистратура теперь открытая и удобная, интерьер красочный. Довольны и доктора, и родители маленьких пациентов. Комфортные зоны ожидания сейчас. Вместо регистратуры комфортные стойки регистрации. Ухоженная, комфортная территория. Губернатор решил проверить, как отремонтировали отделение детской неотложной помощи. К слову, там же появился переносной аппарат УЗИ, необходимый для срочных обследований малышей. После обхода учреждения Сергей Морозов провел совещание по развитию детского здравоохранения. Как выяснилось, региональный Минздрав ожидает пополнения. На развитие отрасли скоро поступят дополнительные средства. Деньги будут вложены в строительство корпуса детской инфекционной больницы и переоборудование онкодиспансера. Объем финансовых средств только в областную больницу составит 5 миллиардов. Рядом есть онкологический диспансер. Вот Сергей Викторович не так давно его возглавлял. Там тоже у нас предстоит провести некоторый объем работ. И связано с установкой нового оборудования, с ремонтами. В этом году отремонтированы 12 поликлинических отделений. 7 из них попали в программу нацпроекта здравоохранения. В счет федеральных средств закуплена и новая техника. Называемых аппаратов среднего класса достаточно дорогостоящие и качественные. Уже появились в Николаевской районной больнице, Барышской районной больнице, Майнской, Корсунской районной больнице и городской клинической больницы номер один. К 2024 году областное здравоохранение должно выйти на новый уровень. Президент Российской Федерации поручил совершенствовать детскую медицину, первичную медпомощь, а также лечение сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.